Здесь находится крупнейший центр внешней торговли Российской империи. Реконструкция 1660 года. Биржевая площадь, биржа, Южный Пагаус, Северный Пагаус, стрелка Васильевского острова. Ну вот придумают историю. Нет, непонятно. Да, нет. Бумажки нет, чека нет. Я сейчас в шестой положил, тоже нажал, прихлопнул ее, закрыл, а чека нет. И сейчас. Ну так надо вначале чек. Теперь идите к администрации, вызывайте этого самого мастера Пепку. Мастера фломастера. Мастера, ну, фломастер или мастер Пепка был. Чтобы, во-первых, иначе у вас. То есть вообще не попасть. Как вы? Нет, кто-то я, конечно, может сказать, монтажечкой, вот мой, вот так. Монтажечкой могу бы это самое при это раз и сковырнуть, и оно нет, откроется. Ну, вернее, вас без талона положенные вещи нехорошо себя чувствую. Рулончик бумажками продавал. Я А они пусть приделают только ушки. Ну что, клюет даже? А что хоть рыбка-то попадается? Это ёрш это. А, ёрш? Да. Ай-яй-яй. Кот остался без обеда? Ясно. Ну, большая была? Да, большая. Попадает лещ. Окунь хороший. Ну, на килограмм что-нибудь? Ну, почти килограмм только попадает такой. А вы, ну, килограммово не выбрасываете? Нет. Почему это килограмм? Можно вести? Понял. Хорошо. Хорошего клюва. Надо рыбу здесь клюет, я не знаю. Это что-то новенькое. Пора приобрести удочку, ребята. На донку. Это очень все интересно. На донку колокольчик. Дрын-дрын-дрын. Семга, что ли? Лосось, все такое. Вот на такую рыбку я всегда ходил, у меня все время обрывы. Ну понятно, сейчас я понимаю, такие монстры обрывают все, но где-то их уже выращивают, где-то их уже наловили, и им уже отсюда никуда не убежать, к сожалению. Жаль. Народный артист России Александр Розенбаум и его старая армия. Армия. 30 декабря в 7 ПКЗ. Вороне как-то Бог послал кусочек сыра. На ель ворона взгромоздясь, позавтракать совсем уж собралась, да призадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду лиса близёхонько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр. Лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит, не вертит хвостом, с вороны глаз не сводит. И говорит, так сладко, чуть дыша. Голубушка, да, как хороша. Ну что за шейка, что за глазки, раскосывать так право сказки, какие перышки, какой носок, и видно, ангельской быть должен голосок. Спой, Светик. Не стыдись, что если сестрица при красоте такой петь-то мастерица, ты бы была у нас артица. А ворона улетела. Поэтому в басне финеттеля комедия, ребята. И темнеет, однако. Забродился я здесь, загулялся, однако. Не пора ли вернуться в Москву?
Варена сварочка. Интересно. Ну вот колесо. Говорят, придумано римлянами. На самом деле придумано задолго до римлян. Римляне. Колесницы, они еще на ходу. Что такое ветра? Ну это уже современная, да, конечно, подложка идет хомуты. Но в целом вот оно, действительно так оно работало. Металлическая обложка, внутренняя деревянная. Ну, на болтах сейчас, там на других было. Муфта деревянная, балка. То есть это интересно, вот сама схема меня всегда интересовала. И вот телега, вот карета, вот она вот поехала, пошла кривая, по кривой дороге. Металлическая, главная основа вот здесь, чтоб, ну, деревяшку разобьет быстро, металл. Трясет, конечно, задницу по полной программе, но вот так вот. Ну что ж, ребята, приветствую всех. Ich heiße Michael, ich bin 1, 2, 3, 4, 35 Uhr. Что могу сказать? Едем на свадьбу. Ребята, молодежь гуляет. Едем, ой, на какую свадьбу? Юбилей сегодня 50 лет. 50. Черненькие такие лица. И что можно сказать по этому поводу? Ни хера не выспался, башка квадратная. В общем, все нормально. Не переключайтесь. Что-нибудь попробуем снять сегодня. Какой-нибудь сюжет. А вдруг да не один еще. Ну где-то здесь вот, на юге Москвы. Короче, новые черемушки, что ли? Так, здесь тудым-сюдым, надо направо будет нам уйти. Ну, идем направо, почему нет? Навигатор-то у нас, вон он. Остался этот. Так что жизнь продолжается, ребята. Не отчаиваемся. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Вот, ребят, мы и приехали. Канак, ресторан. Канак, по-моему, так называется. Так что мы пораньше приехали, можно немножко вздремнуть. Сколько времени-то? Я добрался за 50 минут от Нижегородской. А здесь адрес какой? Новые Черемушки, что ли? Суббота, потому как тоже пробки есть, но не такие сильные. В субботу можно ездить. Вот время без 10, значит, 11. В 12 обычно рестораны открываются, и этот, думаю, тоже. Так что мы дергаться не будем пока. Там у нас начало в 3. Вот, ребята, и в 3 мы уже как бы непосредственно должны выступить в роли своей роли знакомой. В Новый год я с бородой, а на свадьбах тамадой. Там что-то человек 18 или там? 18 или 20? Ну, плюс-минус. Да, да. Я, в общем, 20 с
Еще не вопрос, но сейчас будет готово. Во сколько? Сказали чуть-чуть. Ну, где-то в 2:30. 2:30. Наверное, к 3 больше. 2:30. К 3, да? Ну, до этого уже все будет готово. А слушайте, вот, да, диджей, ну, как сказать, вот из этого что у меня, да, потом? Да, это стол. А тут стол также будет стоять, да? Да, это здесь будет. А не будет ли танцевать или это? Ну, да, наверное, потанцевать. Да, нам придется вот это убрать. Может, меня в уголочек куда-нибудь бы посадили? Вас? Ну, чтобы это микшер тут поставить. Давайте тогда мы вот этот стол уберем и вот это и туда. Да-да-да, хорошо. А я пока тогда оборудование чемодана сюда. Да, чемодан можно пока здесь. А, кстати, или либо здесь, мы будем столы туда. А давайте вот сюда меня посадим тогда, в принципе, вот тут розетки как раз рядом. И здесь, и там есть. Да. А, нам там вот это... Где обычно там бывает, где диджей посадит? Обычно они здесь танцевают. А, ну давай тогда вот сюда диджей посадим. То есть ты бишь меня. Тесноте, но не в обиде. Что? Тесноте, но не в обиде. Ну да. Сильно удобновато будет им, наверное, сервировку делать, чтобы давать там. Ваше предложение? А хотя бы вот этот вот свет или проектор, что это у вас там? Это свет. Стороночку никак нельзя в эту. А уже у самой стенки стоит. Вы там не подключите? Не, когда туда-сюда будете ходить. Сейчас уже гости будут подходить, сейчас для маневров уже времени нет. Вы где были? Раньше. Да то аккуратнее, хорошо? Не падать, а не нет, он там стоял, а я не там стоял, поэтому, что около себя я не навела, поэтому там стоял. И не видела я, а не знаю, там стоял, а где он шел. Лампа Аладдина. Бутафория. А бутафория не настоящая, нету воды здесь. Не настоящие? Не настоящие, пока что сейчас воды нету. А что, и может подведена вода быть, да? Да, да. Ага. Понятно. Все стилизовано. Кальяна не хватает. Кальяна. Ты как вино, Тим, так что? Ты в эфире. Тем вкуснее и сваще. Будь счастлива. Живи как можно дольше. Я без тебя не проживу. Боря, ну ты там... Давай выпьем. Ну что ж, уважаемые друзья, за эти искренне чистые слова. Давайте поднимем бокалы и осушим. Ура! Ура! С днем рождения! Ребята, все кино и закончилось.
под названием «Юбилей 60 лет». Да уж. Как вам сказать? Ну, нормально в целом все прошло. Сильно публика не требовала, сильно каких-то там конкурсных историй. Достаточно сами сидели, много общались. Поэтому я там сильно не влезал в их дискуссию все-таки. Это ближе им, если у них получается это без ведущего, общение, юмор и так далее, то в принципе ведущий он как немножко дополнительное звено такое, на всякий случай. Ну и по музычке тут я же один работал. А в целом, что хочу сказать? Да все то же, ничего нового. Всегда находится какой-нибудь человек, который немножко отличается от всех других. Вот так вот. А без этого не обходится, это уже привычное дело. Так что вот сейчас навигация меня ведет на трешку, что ли, по Ленинскому проспекту, Москва. Вечерочком народу стало побольше в заведении. Ребята, пишите письма Деду Морозу, ведь скоро Новый год. А вы как думали? Письмо Деду Морозу – это не совсем самому деду. Это куда-то выше. Это твое желание, ты его озвучиваешь мысленно. Это как молитва, только в письменной форме, но еще крепче фиксируется. Но это уже опять из рода моей фантастики. Вы живете в других реалиях. Или я живу в других реалиях. Короче, чтобы вернуться с небес на землю, надо мне отдохнуть. И намечен мной великий путь. Нет, не через Альпы. Великий путь скататься куда-нибудь. Я еще не знаю куда, я еще не решил. Может, это Питер, может, это Вятка. Может, это Подмосковье. Но это явно не Гагры, друзья. Добра вам, любви и уважения. И самое главное – здоровье. Ведь что может быть дороже в наш век? Да. Ну вот, ребята, так вот катаемся по Москве. Очень даже антуражненько вот так вот. Лихачим. Нарушая все правила. Видите, сколько? 10 километров. Идем точно. И уже так 40 минут. А вы как хотели? Приезжайте в Москву, кататься будем. Кататься будем. Ну что же, можете поздравить нас. Меня, первый снег в Москве. Так, наивно и будто во сне. Значит, будут сугробы, значит, зима обещает быть, значит, зиме быть. Значит, сугробы придется подраскидать, ребята, дворников. Пьяный дворник, опавшие листья, заметает холодный туман. Он на них про себя матерится, ах, скорей бы зима. Вот она зима. Все, ребята, первый день снега. 21 октября 2017 года. Первый снег. Ёлки-палки, обалдеть, посмотрите, что там интересно. Периферия давно уже в сугробах. А здесь только еще выпал. Первый снег, реально первый. Культурная столица, с поворотниками на велосипедах ездят ребята. С номерами. И с номерами, да. Ну-ка, с номерами. Не маячит. То есть он рукой не показывает, он как бы... А у него поворотник держит. Поворотник есть, да, у него. Повторители. Так. Ну-ка, что там написано у него? А, 178-й регион.
Да, какой приколист, да? Сделал ведь поворотнички на батареечках, наверное, да? Или динамка стоит? Аккумулятор какой-то. Да, круть. В общем, ребята, приветствую всех. Ich heiße Michael, ich bin 35 Jahre alt. И мы сегодня вот куда едем. Мы сегодня едем на большой великий праздник. Праздник, юбилей. Или не юбилей? Юбилей. Юбилей компании, ребят. Так, что здесь у нас? Найдены ключи от машины Mercedes. Хорошая находочка. К Якубовичу не надо ехать, ребята. Блин, надо же, сел. Аккумулятор сел. Что, ребята, творят девчонки, а? А вот смотри, опять снимает сейчас. Ребята, там что-то происходит. Ну,